Всем привет, народ, меня зовут Black Infinity. Сегодня мы будем смотреть новую серию легенд завтрашнего дня. Погнали! Ага. Удачи. Ну конечно, феминистка сраная. Сочувствую тебе. Понятно. Высокие коэффициенты, еженедельные конкурсы. Какая нахуй Амайя? Выплаты. Рэй. А ты еще не зарегистрирован. Объективно Рэй должен был стать. Вводи код ColdFilm при регистрации и получай мгновенные бонусы. Феминистки головного мозга. Привет. На Седабе. Ты не мог бы занесла ее защитить, вы идиоты. Ага. Союз даунов будет, ага. Потом Седаб мотивация сойдет. Жаль. Ну, не жаль. Так я жалко. Знакомство с родителями Авы. Ага. Кто вы такие люди? Боже, ненавижу вид крови, Сара. Ладно, мы все расскажем, только не убивайте. И почему нет? Мы только актеры. Ага. Что? Значит... Да, 4 года назад мы отозвались на объявление о работе. Нам дали предысторию, сказали, если Ава приедет, притвориться родителями. Кто Ава знает? Клон? Не знаете, как тяжело актеру найти работу? Ну, короче, твист с Авой немножко спалил Рипхантер. Прошу прощения, типа, за что она клон. Это было или типа того. Поэтому ничего не особо не вау будет. Простите за беспокойство, мы причины, почему так, не. Так, весь 2213 и. Может, Гарри прав, и нихуя не изменилось. Просить Аву о ее связи с этим местом. Класс. Зачем она снова нас обманет? Еще бы в 2013 прилетели, там бы. Вот шанс в Россию, там в сарае тупо. В моем было меньше одежды. В моем тоже? Ладно. Забавно. Видимо, поэтому полет 2213 на автоматизации работы, клон? Чтобы сделать будущее лучше. Наша программа клонирует. Как я и говорил, просто изи. Ава безупречная женщина, созданная беречь нас и приводить хаос в порядок. Логично, что клонирует. Это предсказуемо это было, довольно. Бойся, Гарри, она неплоха. Ничего удивительного. Пока не... Ты второй. И ей незачем это знать. Второй. После Светара, даун. Как Мари. Доктор говорит, она Real управится. Talk, think about it, think она about сильная, it. Это самый дебильный поступок злодеев, что я видел в истории человечества. Просто похуй. Думала, если это не двойной развод, то это позор. Главная извините. Угроза для меня и семьи. Для ага, все-таки двойной наеб какой-то. У вас это не такая. Ты лучше будь той, кем тебя считает бабушка. Я буду той, кем она меня знает. Мне кажется, в итоге окажется, что Нейт и есть их отец. И в итоге это все какая-то ебанутая петля. Но это же Седап здесь спешите. Поебать, как время работает. Она может работать как угодно. Но все-таки какой-то двойной наеб. Окей, окей. Я понял. Я не пойму. Все-таки не то, прям сразу раскрыли этот наеб от Куаса. Ну, может, но она не знала, потому что это Рип. Это Рип забрал ее, видимо. Я буду готовить. Это все, гнусный проект Рипа. Он Козлодоев. Он Козлодоев этой истории. Без проблем, Норочка. Так. Значит, 5 на 5. 20 ав. Нет, 4 на 5. Что это такое? Почему? А, не нет, 4 на 5, как раз 20. 20 ав. Ав. Если кратко, то ты клон. Напали на. Я клон. На этих даунов. Короче, очень интересно. Я клон будущего? Эй, Ава, пробившаяся к вершине. Ну клон, не клон, какая разница, похуй. Ты невероятная. Поебать. Нет, моя жизнь. Хотя... Мои воспоминания, ну да, у тебя уже другое будет восприятие. Но не они, не я, не настоящие. К этому. Лично мне было поебать. Как мои чувства. Клон, не клон, какая разница. Как ты главное, что говорить? Хуй есть. Я одна из и тех, бухать что... можно. Потому что я тебя знаю. И смотреть Марвел. И Седап. Все. Крутая. И клон, не клон. Главное, что Седап можно посмотреть. Теперь мы... Повсюду кровь. Как много крови. Держать Малов за дурака. Пиздец, Ор. Я объясню. Пиздец, Ор. Дарк великий, конечно. Легендарный. Такие хорошие... Хуя, чё это? Какого хрена? Она скорость забрала? А, ну всё, Малус это Светар, я понял. Всё, теория подтвердилась. Похоже, вы с классой уладили семейный... Малус это Светар из другого измерения, ёптую мать. С красными глазами. Смешно. Вот так я вот, ожидал, вот так вот, гайс. Очистили наследие.
Сосать. Нет. Добро победило, сосать. Просто сак. Сосать зло. Тут делать? Мне просто нечего сказать, как бы, понимаете. Я тут не ради тебя. Форму. Да ладно, там будет графон какой-нибудь. Опа. Она слишком сильна, надо уходить. Я дал тебе жизнь, Куаса. Предательство злодея. Настоящую силу. Злодеем. Семья, вот настоящая сила. А изначально ты подумать об этом не могла? Я знаю, ты меня слышишь, Нора. У тебя есть отец, о, всегда а у мотивация. Меня бабушка. Нам незачем становиться демонами. Точно. Раньше не могли подумать, фак. Я люблю своих демонов. Фак, Куаса, блин. Все, смерть. Тотем воды. Нанаба. Куаса. Нет. Вот так вот погибают великие. Ей следовало понять. От Малоса. Гибель. Сбежать. От Малоса не сбежать. Страшно. Почему сначала она не могла понять, когда... Нет. Малос же ей, наверное, сказал то, что за тотами будут охотиться. Типа... логическая цепочка, типа не дано провести, да? Я так и понял. Что захочешь, только отпусти. Но мы это выясним. Еще один твист. Такой же бессмысленный, как и предыдущий. Гидеон, запусти временной двигатель. Ну, типа, на самом деле, ну, клон она и чё? Это ж никак не обыгрывается. Уверена, капитан Лэнс будет... Итак, ну я зачекал новую серию. Легенд. Я поставлю, наверное, 6 из 10. Скучно. Скучно. Скучная дресня. Да, был твист. Ава-клон. Но, блядь, все предугадали его, нахуй. Все предугадали его, как только Рип сказал, сотри... Ну, сотри информацию об Аве. Но, окей, не предугадали твист те, кто писали мне, что Рип стер информацию об Аре. Я им говорил, там об Аве говорят. Они говорили, нет, Блэкс, ты дебил. Там слышно Барри, пересмотри. И кидали мне теорию. Вот так, вот так, текст вот так. А чё, вот про Барри. Что Рип Хантер скрывает про Барри. Я такой читал, такой думаю, блять, ребята, серьезно, блядь, чё, ебанутый. Короче, как обычно, твист, плевок, пустоту. Абсолютно пока что никак не обыгран. То есть нахуя он нужен, в принципе, непонятно. Типа персонажа раскрыть, да его уже и так раскрыли. На самом деле, особо-то и не надо. Чисто вот, не надо. То, что нужно, что, мораль, что сбегать от своих проблем нельзя. Это можно только и на Саре как-нибудь продемонстрировать. Савы вообще, ну, неинтересно, скучно, мое мнение. Интересно было, окей, с Маусом. Вот, из 3 сюжетных линий, там еще Заря учила Мика. Ну, это тоже так себе было, даже не смешно. То есть из 3 сюжетных линий одна была более-менее интересной. Там Дарк угарн рофлил. Плюс убили Куасу, хотя всем, наверное, насрать на Куасу на самом деле. Ну, а чё, Куаса там 5 раз появилась, плюс какой-то сейчас бред, перешла на сторону добра просто внезапно, нахуй. Просто главная еще причина резко, ты убиваешь тотем, ты взяла тотем, и это убивает мою семью. А раньше, блядь, ты об этом не могла, нахуй, подумать, когда тебя завербовали, чтобы тотем, нахуй, собирать, типа голову включать, нет, не надо, типа, блядь. Вот. Короче, опять дебилы, одни дебилы, сука, почему? Конец сезона какой-то хуйней маются. Вот 2 серии до конца осталось. Они маются какую-то хуйню. 2 же или 3, я не помню уже. Пиздец. И это полетело в зомбезе, сука, спасать своих. Ну нахуя? Ну что не так с сюжетом? Ну, блядь. На злодея вообще похуй. Ну, типа, Маус сначала выглядел как какая-то угроза. А сейчас, ну, вообще похуй, поебать. В какой-то теле тёлки ходит этой. Вообще что-то сюжет не в то русло пошел. Абсолютно не туда он пошел. Загнулся, стал не смешным, не рофильным, не захватывающим, просто на 6 стал. Просто был сюжет на 8 в начале, да, потом на 7, а сейчас уже 6. То есть видно, как что-то скатывается. Я не знаю, что они придумают в конце, но мне кажется, концовка будет слита абсолютно. Типа у нас есть какой-то Маус, мы про него до сих пор ничего не знаем. И 2 серии до конца, ну это уже неправильно, типа... Шоураннер долбоёб, видимо. Видимо,
шоураннеру легенд нужно сменять каждый сезон. Потому что, ну, этот чел, который второй сезон был, шоуранил, хотя не помню. Вроде шоураннер у Сидаба, у легенд был один и тот же и в первом, и втором сезоне. Тогда непонятно вообще ничего. Если честно, непонятно тогда. Если один шоураннер был, вообще ничего не понятно. Какого хуя вот такое вот творится в сериале? Непонятно. Но я так скажу, он... Опять что-то они стали больно серьезными. Это уже заметно. Это очень плохо, когда серьезно. Это автоматически скучно становится. Вспомните второй сезон. Там действие всегда было максимально рофильное. Из-за этого сериал максимально выигрывал. Максимально. Там рофлы были, но драматизм тоже был. А здесь что-то рофлов поубавилось, пиздец. Шутки закончились. Особо смешных уже нет. Таких что-то проебали, короче, все. Моя оценка 6. Не 5, потому что Куас умерла. Потому что все равно за линией Дарка как-то было интересно смотреть. Плюс Сава, там клоны. Тоже было немножко так. Но не особо, не мега хуйня. Ну просто скучно. То есть вот, скучно. Как-то так. Не знаю, что сказать еще. С вами был Black Smith. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Надеюсь, что дальше будет, ну, лучше хотя бы, не знаю. Главное, чтобы не скатилось еще дальше, потому что если такое будет, то... Грода тоже завербовали в одной серии, и все. Вот. Вроде он следующий будет. Две серии. Пиздец, что-то какое-то. Короче, пакетом.